В Губкинском только официально зарегистрировано 127 единиц мототехники. Сотрудники ГИБДД напоминают, что мотоциклы, мопеды, скутеры – все это средства передвижения повышенной опасности. Управлять большинством из них можно только имея водительские удостоверения. Для управления мотоциклами необходима категория А, которая присваивается по достижению 18 лет после сдачи квалификационного экзамена на данную категорию. Мопеды будут рассматриваться с технической стороны, то есть это в зависимости от кубических метров объема двигателя. Управлять разрешается с 16 лет с категорией М. Что касается современных средств передвижения, таких как гироскутеры и электросамокаты, то на их владельцев распространяются такие же правила дорожного движения, как и на велосипедистов. Управление только на специализированных отведенных площадках спортивных. Если же вы выезжаете за пределы этих площадок, то вам должно быть более 14 лет, и вы должны соблюдать правила дорожного движения. То есть двигаться только по правой стороне тротуара, не создавая помех другим пешеходам. Инспекторы ГИБДД напоминают родителям, что перед тем, как купить подростку даже велосипед, ему нужно рассказать о правилах дорожного движения.